Любители зимнего плавания из Чувашии завоевали 18 медалей на Кубке Большой Невы. 9 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей привезла сборная республики из Санкт-Петербурга с 4-го этапа Кубка России по зимнему плаванию. Пловцы клуба «Аквайс Спорт Чувашия» соревновались более чем с 300 спортсменами из 25 регионов страны и 6 стран мира. Андрей Гориинов завоевал 4 золота, 1 серебро и 3 бронзы. Татьяна Устимова – 4 золота, 1 серебро и 1 бронзу. У Ольги Сусметовой – по 1 золотой и бронзовой награде. У Андрея Чекменева – 2 серебряные и 1 бронзовая.